Вы смотрите передачу «Транзит Москвы», выездной выпуск. А вы, наверное, многие из вас слышали, что сейчас сносят цементный элеватор в районе Печатники, около стоки Москвы. И вот сейчас мы посмотрим, что там происходит. Это улица Курьянова. Называют дома «Свечки». Когда был взрыв дома 19-й, 99-м году, отрыв дома соседники, ну вот эти дома построили буквально года через два. Это улица Курьянова, которая идет до Печатники. Четыре дома свечки, такие несколько даже памятные. Рядом с ним находится храм для всех скорбящих каратов, которые были построены в памяти о погибших в взрыве. Но сейчас уже просто обычно не развел храм, чтобы люди туда на тех людей, которые погибли. Поэтому это в том числе памятник. Обычно двигаться в Курьянова, собственно, улица Курьянова, вроде у нас на южно-портовую улицу, где как раз и находится этот самый, ну или скажем так, здесь строится участок большой кольцевой линии, там какие-то вентиляционные шахты, разные технические сооружения тоже. Это участок от Тагатинского затона до метро Печатники будет. Вот. Ну и вот как раз вот эту же территорию, видите, обородили, территория сносимого цементного элеватора. Железнодорожным транспортом для элеватора проходила железнодорожная ветка порта, который рядом находится. Ну и вот элеватор. Thank you.
гораздо лучше, чем плашной бетонный заход, какие-то склады были. А люди, скажем, территория освободила, чисто. И там давно, год назад, тут хотят что-то строить. Знаете, уже жилье. Тяжелое. Ясно было, что мы готовы его законсервировать. Ну, а здесь стоянка, где-то лишняя. В восторге было от него. Конечно, он им очень много доставлял хлопот, много было больных людей, особенно легочными заболеваниями. Так что понятно, что, конечно,
просто, видите, жилые дома, они сюда еще приблизились. Копали до Ренвеста. Да, это воздушный.